В том стиле, как работали на тренажере. То есть мы нажимаем, смотрим дальность, показывает, ждем готовность. Точно так же на кнопку Т. Сейчас. Где вы находитесь? Где у нас эти дальности? График дальности. Нет, это профиль скорости. Готовы? Сейчас. У нас длинная схема выведения. Длинная схема. Так, у нас дальность 800, скорость 8,42. Принято. Дальность, скорость. Вот эти выписаны. Скорость 8.3. У нас есть 4 ГСО, захват, работает курс 1. Понял. Я 8 выиграла. Отлично. Есть набор. Есть ГК, набрали 5.5 метров, наблюдая обратный разворот. Принято. Принято. 385. 360. Скорость раскидной ноги. Построение ориентации уже отсюда. И степень. А, вот волосы. 40 секунд, там 35. Такого, да, тоже параллельно. Контролируйте. Ну, ничего страшного. 15 секунд. Это есть. Распределение 3,7. 37. Контролируем. Понял, решение боковой скорости. Замерили еще раз? Да. Готовимся к необходимости выполнить импульс на распад. Выполняйте пришедование. Скорость на сближение 0,08. Отлично было. Скорость синхронизирования около нуля. Ставим туда. Сюда. Спасибо. Текущий уровень не требуется. Принято. Также осталось. Никого у нас лучше 50. Первый 40, второй 40, ну почти 40. 57. Да, висал 57. Здесь тоже у нас одна. 70. Переход по камеру. Еще на третьей витке циклограмма движения. Да, понятно. Выше собой. Ну, можно на пятку. В принципе, ваша бы группа. Сейчас мы даже не тренируем, не работает эта программа. Где внимание? Тренируем. Это на бис вообще не помогает. Хороший удар, официально. Вот туда подачку, если я... Туда двигаю.
поехали. Закрываем глаза. Поехали. Поехали. Можно попробовать подгребать, знаешь, как? Я зай. Ты адрес мукам в Байконур. За большое доверие. إن الفخر اليوم إن نزرع أول شيرة لعيال زايد في هذا المكان. This is the first time for UAE astronaut to plant a tree here in this place, and it's really our honor to be part of this international cooperation. And this is a symbolic thing that we are honored to be part of it. Thank you for everyone here and for the support. Thank you very much. Thank you very much. Здорово. Наш первый брызг. Хорошая идея. Everybody. Спасибо. И на меня, пожалуйста. Спасибо. Давай чуть копнуть. Да, он тебя землю ворует. Чего стесняться? А вы не пришел? Олег Иванович, пойдемте поливать. А, да. Мишей. У вас за плечами два полета. В обоих этих полетах вы были борт-инженером корабля и борт-инженером станции. Сейчас вы командир корабля и готовитесь стать командиром МКС-62. Вот есть ли разница в подготовке, в том уровне ответственности и вообще в ваших ощущениях? Ну, что касается корабля, то у нас уровень подготовки, уровень квалификации для командира борт-инженера, он в принципе одинаковый.
поскольку бортный ядер должен быть готов заменить командира в случае какой-то крайней необходимости. Но уровень ответственности, конечно, выше, если мы, командир отвечает за выполнение второго полета в целом. Тем более, что у нас уже есть какие-то посещения на борту, это для нас дополнительная ответственность. Вот. Что касается станции, вообще роль командира станции, она очень четко проявляется именно в случае каких-то аварийных ситуаций, которых, я надеюсь, не будет. Ну, а по уровню квалификации, безусловно, скажем так, если я как готовлюсь специалистом по российскому сегменту, то должен пройти какие-то такие дополнительные занятия по сегменту американскому, чтобы командир станции больше понимать процессы, происходящие у наших партнеров. Вот в этом разница. Ну и, конечно, командира уровень ответственности все равно выше. Второй вопрос. Ракета СД. Это последняя ракета. Не будем называть, ладно, ее последней, крайней. Эта ракета осталась одна, и это ваша ракета. Вот каковы ощущения? Нет ли, может быть, какой-то грусти, печали или наоборот, желание двигаться вперед, не останавливаться? Ну, ощущения на самом деле двойственные. С одной стороны, ракета ФГ – это ракета, которая подтвердила свою надежность, поэтому чувствую себя спокойно, когда на ней стартую. С другой стороны, сейчас есть более новая модификация, которая предоставляет, скажем так, более возможности, более быстрой схемы сближения. Конечно, было бы интересно, как работать для нас, но это уже надо других экипажей. Наша задача уже стартовать на нашей ракете и добраться до станции без приключений. У меня один общий вопрос для Джессики и Хаза. Это ваш первый полет. Какие у вас ощущения? Есть ли у вас прежде всего волнение? Насколько вы волнуетесь? Остается вот неделя до старта. Question for Hazen and Jessica. How do you feel just in the eve of your launch and what do you feel, what are your expectations? Для меня это большая честь, это замечательный опыт и возможность, и я думаю, мы и боялись, потому что мы готовы. Мы получили как очень высокий уровень подготовки, и потом мы делаем так, как мы обычно делаем в тренажере. И потом, конечно, будет не то же самое этот раз, но мы готовы. Я тоже, мы готовы. I'm excited and I am really thrilled and honored to be part of this international cooperation and to be part of this human effort to explore space. I am first from my country, from the United Arab Emirates, to participate in the International Space Station, and I'm honored. And it's really a very huge responsibility for myself and for my country. I'm really excited, and I'm looking forward to gain knowledge and to gain experience from this international cooperation to explore space.